Художники, композиторы, актеры, как и подобает деятелям искусства, играючи собирают мусор и сгребают опавшую листву. Для старых друзей совместный субботник – отличный повод встретиться, пошутить, пообщаться. А вместе с этим внести свой вклад в наведение порядка в родном городе. Все мы хотим, чтобы наш город был чистый. Мы здесь живем, мы ходим по этим улицам, по этим скверикам. Поэтому мы все граждане одного города, независимо от профессии. И хотим, чтобы нас радовала наша жизнь. Выбор места для уборки оказался не случайным. Многие из них по пути на работу проходят через сквер на пересечении Красноармейской и Фрунзе. Это центр города, это один из центральных таких маленьких, сквериков, где у нас тут все театры вокруг находятся, вот наш институт культуры здесь рядом. То есть это наша зона. Как правило, все творческие организации находятся в центре города, что хорошо. И тем более, мы когда каждый день идем на работу, нам хочется, чтобы дорога была приятной. На совместный субботник самарские творческие союзы вышли впервые, но уверены, что теперь это станет доброй традицией. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, «События».